Беларускія школьнікі заваявалі на міжнародным турніры па інфарматыцы 7 медалёў, 4 з іх на рахунку прадстаўнікоў нашага рэгіёна, 2 ўзнагароды ў мазыран, 2 ў гамяльчан. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. 12-й международный турнир по информатике International Autumn Tournament in Informatics проходил онлайн. Удельничали школьники из 16 краин. Кожная могла представить команду с 4 человек. Турнир проводился у 2 туры. На протягу кожного удельники споборництва повинны были распрацовать 3 программы и отправить их на проверку у систему, якая тестировала коды. Задачи были не особо сложные, чем на той Европейской Олимпиаде, которую я взял бронзовую медаль, но не получилось, отрешал задачи не так, как хотелось бы, но, в принципе, достаточно хорошо, что взял медаль бронзовую. Гамяльчанин Александр Лосев рыхтовался до споборництва самостоятельно. Его наставник Михаил Долинский зараз на больничном, але допомагая своим учням дистанционно. На сегодняшний день Саша со своими сябрами рыхтуется до всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, якая пройдет у снежня. За последние 10 лет это первые медали на международных олимпиадах. Саша уже взял в этом году вторую медаль. Первая медаль была на Европейской олимпиаде, вторая вот на этой международной олимпиаде. Ну, мы ждем, конечно, продолжения. Саша работает, и вообще все те, кто занимается программированием серьезно и планируют одерживать такие победы, занимаются ежедневно, я бы сказал, даже круглосуточно, без каникул. Все лето Саша провел в этом кабинете, дома у себя занимаясь ежедневно. По выниках турниру беларусы завоевали 7 медалей. Станислав Палын из Мазыра завоевал золото сярод молодших удельников. У Станислава Домасевича сребро сярод старейших. Бронзовые медали достались гамяльчанам Александру Лосеву и Андрею Костяному. Яны выступали сярод юниоров и сеньоров отповедно. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».